Так, друзья, всем привет! Приехали в эпицентр. Значит, эпицентр, вот этот вот, в который мы приехали, двухэтажный, 33 тысячи квадратных метров. Но вон они достраивают, видите? Идет строительство, там громадная площадь. Если они здесь и все достроят, это, наверное, будет больше, чем караван по площади. Вот смотрите, начали они там строительство, вовсю идет. Там все полностью, там все полностью в стройматериалах. Значит, стройка идет полным ходом. Не знаю, сколько будет и сколько будет метров. Надо гуглить, смотреть. Ну а мы сейчас идем. Не знаю, разрешат нам там снимать, не разрешат. Значит, здесь очень много дорогих товаров, которые, я надеюсь, будут для вас интересны. Вот, даже взять по поводу посуды, там такие шикардосы есть. По 3, по 5 тысяч набора. Идем смотреть. Вот так монстры расширяются, видите? А эпицентр — это монстр. Вот смотрите, в Днепропетровске 2, в Каменском 1. Ну, в Каменском маленький, там 11 тысяч всего. Вот видите, они достраивают все. В общем, в середине все работает, а здесь идет стройка вовсю. Заливается. Так что идем смотреть. Не знаю, разрешат, не разрешат. Ну, попытка. Вот, смотрите, друзья, только мы зашли, и такие вот шикардосы стоят. Видите, да? Смотрите, какие красоты. 1000, в общем, 700, 900. Вот видите. Вот такие цены. Ну, вазочки вот 295. Вроде как нормальная цена. Чтобы украсить свой дом вот такого здесь тьма. Вот. Всякие ваши задумки вы можете воплотить в жизнь. Смотрите, всякие вазы. Ну это здесь вот они выставляют, я не знаю, может второй этаж закрытый. Вот такого здесь должно быть и куча всего. Давайте сейчас чуть-чуть пройдемся. Да, смотрите, часы какие, сантиметров, наверное, 80. Сантиметров 80 и шириной 898. Значит, всевозможные картины, всевозможные, в общем, чего только, какая у вас и фантазия есть в голове, вы все здесь можете найти. Если походить, все ваши задумки, вот смотрите, какие картины. Вот, все вы тут можете воплотить в жизнь. Были бы у вас денежки. Значит, идет реконструкция, идет ремонт и одновременно магазин работает. Вот так они сделали. Части есть такие, которые закрыты полностью. Вот, видите, вот, например, отгородили кусок, и все, и там что-то идет. Ну, давайте посмотрим сейчас, давайте зайдем в садовое, посмотрим. Сад, огород, я думаю, это как раз сейчас тема. Вот они плитку ложат, видите, такими кусками все делают. Давайте нам чуть-чуть дальше. Значит, как вы поняли, да, все мы не сможем показать, потому что идет реконструкция, идет ремонт. Вот, и мы можем не показать. Смотрите, свет, там труба. Там, если посмотреть на цены люстр, то вы возьметесь за голову. Здесь уже собраны самые дорогие бренды. Так, сад-огород тоже может, наверное, закрыть быть. Тут даже вот и света мало, видите? Да, наверное, ничего мы здесь не увидим. Везде реконструкция.
что-то меняется. Да, ребята, там все полностью вон идет строительство, так что давайте пока не отключимся. Ну, в общем, ребята, труба. Значит, магазин работает, да? И идет одновременно, идет реконструкция. Везде все варится, везде все делается. Какие-то делают стенки. Может, это связано. Может, это связано, чтобы разбить его на секции. Что, например, там поджог какой-то, чтобы он весь не выгорел. Вот. Может, с этим связано. Или что-то другое придумали. Ну, вы видите, да, муравейник. Везде все запаковано, везде все. Машин тьма, смотрите. Сейчас мы поднимемся на второй этаж. В общем, реконструкция вовсю. Все заливается, везде все делается. Смотрим дальше. Сейчас пойдем на второй этаж. Если и там закрыто, значит ничего мы вам не покажем. Вот смотрите, какая техника. Каракатица такая, да? Такая каракатица. Ну, наверное, высоко поднимается. Люлька такая. А, он сам себя и поднимает, видите? А, так это робот, а робот получается. Водитель в люльке сидит. Видите, вот такая техника. И он отсюда все это кирует. Там у него джойстики, видите, да? Красота, вот это придумали, а? Не надо водителя. Вот так, его на аренду. Значит, взяли в аренду такую технику. Да, молодцы. Вот такой длиннющий экскаватор на второй этаж. Сейчас посмотрим там. Если и там реконструкция, значит, поедем мы куда-то дальше. Потому что, ну что мы можем увидеть, если все уже везде сложено, все запаковано и... Ну, длиннющее. Это, наверное, я не знаю, для чего. Да, тут все запаковано. Значит, ничего мы вам не покажем, ребята. Все запаковано. Вот мы поднялись наверх. Что они там не перегородили, непонятно. В общем, труба, ребята, полная труба. Что не перегородить? Ну, что тут делать, а? Если все загорожено. Если все сложено, зачем, чтобы было открыто? Какой смысл? Не пойму. Ну, давайте, может, вот вазочки, например, давайте посмотрим. Вот. Смотрите, да, сцена, ой, ужас, а, счастливый. Да, труба. 3000, смотрите, вот такая пиздейка. Да, ребята, это, конечно, труба полная. Вот это да. Нафига сюда людей пускать, если вы тут болгарками пилите? Все. Вот прошлись и сейчас вниз. Ну, чтобы покататься на экскаваторе. Ладно, ребята, когда они сделают реконструкцию, мы сюда вернемся. Вон, набили, видите, набили дырок в стенах. Там добавляем. Ну, в общем, будет. Здесь будет, да. Будет шикардос. Ну а мы едем. Бесплатно покатаемся, давайте. Вот такой экскаватор и вперед. Угу. Да, вот это, конечно, попали. Ладно, идемте пешком. Быстрее будет. Чего не перекрыть, а? Не перекройте, чтобы сюда люди не шли. Что, в надежде, что кто-то что-то увидит и кто-то что-то купит. В общем, выходит, и ничего себе. Да. Видели, да, ребята? Пятый номер. Вот это да. Вот это эпицентр. Ну да, эпицентр большой. И у нее тоже.
Да, как может быть у худенькой девушки такое, а? Ой, ну это так, отступление маленькое. Большое, вернее. Большое отступление. Все, ребята, отключаемся на этом большом отступлении. Давайте мы закончим. Да, вот это увидел. Ну, не зря сходил, хоть что-то интересное увидел. Всем до свидания, подписывайтесь, ждите новое видео.